4 их сделали. И замысел-то в чем? Ну, обрамить до конца все это, проемы. Боковые именно? Да. Что здесь непонятно? Да я просто всем врубаюсь, как оно в конечном итоге будет выглядеть. Вот так, давай теперь это мудрить этот. О. Сюда вот. Так оно все. Получается, эти саморезы закроются уголками чистыми. И будет отлично. О! Что там? Хватаешь. Полностью двери разбираем. И одну, и вторую, да? Да. Это, а где этот? Как ее? Измеритель? Или кто? Что ты ищешь? Ну, гвоздодер, потом топор. Оно на подоконнике все. Сопороли мы все, будем переделывать. А так задумка очень даже хорошая. Я думаю, мы ее реализуем полностью. Подожди, сейчас. Ну мы все это переделываем, по новой сделаем цельным куском, правильно? Да, да, да. Угу. Блин, в сантиметре от ноги. Шикарно. Так, время сейчас 10:21, 21 августа. Вот тут. А, я, по-моему, это мое тоже снимал, что он косячил, и будем переделывать эти уголки. Немного мусора напилили, часть оставили. В два мешка сгрузили, один мешок батя уже понес. Сейчас следом второй этот мешок с зеленым мусором. Увезем на дачу, там будем сжигать. Это я на обычную помойку вынесу сейчас. Вот, собственно, дверцы выпилили в ванную, в сортир. Очень-очень аккуратно надо было, чтобы трубу не повредить. Вроде бы мы даже с этим справились. Слегка, правда, ее порезав, но ничего вроде не протекает нигде. На кухне пока что все без изменений. А, ну правда, сегодня яичницу пожарил днем. Потому что пообедать захотелось нормальной пищей. Купил колбаски кусочек, нажарил, захавал. Так, ну на сегодня пока что все.